Уважаемые казахстанцы, с 13 по 16 декабря состоялся турнир по боксу на Кубок Астана Арланс среди болельщиков и любителей бокса. По окончанию турнира мы провели аукцион по продаже перчаток участников. Вырученные средства мы перевели на лечение Жибиген Айбека, его матери Оналбаевой Венере, сумму в размере 1 миллиона тенге. А также мы оказали помощь двум нуждающимся на их лечение сумму в размере по 500 тысяч тенге каждому. Клуб «Астана Арланс» желает вам скорейшего выздоровления.